Це «Love Love Car» – другий сезон. В епічну європодорож відправились 4 закохані пари. Але по дорозі зірковий склад змінився. Вокруг тебя весь мир кружит. Сладкий, сладкая і ми. Голос, ти з нами? У боротьбу за 200 тисяч включились новенькі. Хороші деньги. Вони можуть поміняти мою життя. Впевнені в тому, що вони благородніші. За 200 там, тисяч гривень не можна купити мою мораль. Та справедливіші. Пусть мене називає, але я буду справедливою. І нам, звісно, в цьому колективі виживати немного складно. Боже мой, а всі тут такі одуванчики, типу, ходять? Але як тільки справа дійде до розподілу лайків, вони теж випустять свої пазурі. В некоторых вещах мы перегибали палку. Вы на нас наезжаете, ребята. Мы ехали сюда не для того, чтобы находить друзей. Смотрите, чтобы Марина вам локоть не откусила. Если у меня будет в следующий раз возможность типа, так сделать, то я солю тебя. Чисто бизнес, ничего личного. Чисто лайки. Чи знайдеться серед хитрощів та підступності... Я буду рамсить, Тонь. Місце для справжнього кохання. Нам треба ставити нашу любов вище всього цього. Ви без себе не справились. Хотіла поругатися, не вийшло. Тебя люблю. Я тоже. И пускай победит сильнейший. Это Love Love Car. Ідея багатьох молодих людей. Аби у мене все було, але мені за це не довелось платити. Пити так, щоб не було похмілля. Порушувати закон, але не нести за це відповідальності. Я розумію, що це реальне нарушення правил. Це нечесно, це неправильно. Отримувати любов і прихильність, але самому її не віддавати. Але у реальному світі так не буває. І сьогодні, я сподіваюся, хтось це зрозуміє. Це вже 19-й день подорожі врешті-решт. Ранок, Бельгія, містечко Брюге. Емоції закипають, часу заробити лайки – обман. Усе, окрім перемоги, остаточно відійде на задній план. Учора мандрівнички створили коаліцію проти Тоні та Дані. Мокі посливає Тоню і Дані. Тип, ми зараз команда, типу. Ми не повинні дати їм, типу, виграти, коротше. Да. Але щось пішло не так. Ввечері на конкурсі пародій Марина та Денис не підтримали пародиста Нікіту. Я даю свій голос, звісно ж, Олегу і дяді. І хлопець дуже образився. Вони посчитали, мабуть, що друзів во мені з Альоною вони знайшли вже, типу, що ми і так типу, на їхній стороні. І цим голосуванням хотіли на свою сторону ще привлечь і Діану з Олегом. Так просто така підстава від друзів не минеться. Понимаю, сьогодні останній день заробляти лайки на цій неділі. Да. Да, завтра все піде опять на убивання. Усі напружені. Тому що знають, що сьогодні остання можливість заробити лайки на цьому тижні. Сьогодні на мандрівничків чекає аж 2 челенджа. На одному розіграємо стандартні 4 лайки. На другому буде можливість заробити 1 додатковий лайк. І поки не почалася запекла боротьба, мандрівнички мило спілкуються за сніданком. Тільки виліз з цієї грязі, тільки чувствуєш чоловіка, п'яче буде втеряти. Решили мы, значит, пообщаться про флирт. Для всех эта тема актуальна. Флиртовать, ну, до встречи с Денисом я очень любила. Кажется, что мы перестаем немножко. Мы по чуть-чуть отходим от этого. Девочки проявляют, конечно же, внимание к Денису. Я это замечаю. Все-таки он публичный человек. Я раньше тоже постоянно флиртовал там с девчонками. То сейчас мне уже каждый день, я думаю, становится все меньше и меньше хотеться флиртовать с другими. Боже мой, а все тут такие одуванчики типа ходят. У Лены раньше был Инстаграм. И писали все время там про внимание, а потом у нас появилась идея, что давайте типа, сделаем как совместный Инстаграм. Не перестали писать, типа, то, что у Лены есть парень, а начали писать, типа, хай Ники, там, знаешь, начали мне писать, туда же, короче. Такие комментарии в личку, я говорю, Никита, это, походу, тебе сообщение. О, да, это мне. Я считаю, это очень мило. Не каждый по отдельности там выставляет свое, а вместе. Ты, Дианка, флиртуешь? Конечно. Так или иначе, мы все равно не живем в мире, где только мужчины или только женщины. Я тоже улыбаюсь, я девушка, я чувствую себя привлекательно. Я, в конце концов, не зря одеваюсь, крашусь, причесываюсь. Так, ми добре пам'ятаємо, як на проєкті Діана відчувала себе привабливою.
делаю комплимент твоей груди, то только потому, что мне нравится форма твоей груди. Если мне понравилось с тобой целоваться, я тебе скажу, что мне понравилось с тобой целоваться. Да, и Олег Дмитриевич тоже. Олег, я вообще не выхожу. Олег, блин, ты заходишь там в ресторан, тебя встречают хостес, и Олег начинает вот эти все свои чары. Зато нам столики классные достаются всегда. Благодаря своей харизме, очарованию и обаянию, действительно, у нас есть какие-то с ним бонусы по жизни. Привет, котик, взять за ручку, как дела? Не гони так. Ты уже хочешь мне столик дать хороший, да? Серьезный та прагматичный Олег Дмитрович флиртує виключно заради вигоди. Я теж люблю вже, ну, мужське внимання. Я працюю моделлю, фліртувати з людьми, на самом деле це моя робота. А я чомусь гадав, що робота моделі – це позувати та фотографуватися. Я просто відкриваю Тоня телефон, так от листає, а там реально одні якісь парні, мужики там щось її наярюють, пишуть, я такий, типу... Как черт происходит? Я действительно ему объясняла все, как происходит, и давала понять, что не о чем беспокоиться. Раньше ревновал, потом понимаю, что это такое. Действительно, это какие-то рабочие моменты. Данина лояльность к Тоне еще раз подтверждает то, что у Дани там не все так чисто. У меня вообще непроизвольно это все выходит. А мы уже поняли. Ну, понятно, для Дани флирт это вообще само собой, он же там у нас главный флиртовальщик. Маринку мою за живот потрогал. Я просто толстенькая, я просто сейчас втянула полностью всю себя. Чтобы нам понравилось. Для того, что ты делаешь? Воу, Даня. То, чем он занимается на проекте здесь, это уже перешло рамки любых приличий. Когда флиртуют, извините, не говорят там при своей девушке, другой девушке, блин, у тебя такая грудь классная. Мне кажется, это просто король флирта. И больше на проекте никто не флиртует. Например, Диана. А я ей просто взгляды какие-то на себе ловил и все тому подобное. Все же об этом молчат, только я проказник. Это же все ни во что не перерастает. Ну, главное не перейти какие-то рамки, потому что иногда это окей, смешно, а иногда я уже думаю, блин. Как здесь получилось на проекте, в моем присутствии Данил кому-то делает комплименты, конечно, именно этот момент меня немножечко беспокоил. Он непроизвольно ее обижает вот таким вот флиртом. Мне кажется, она его к этому и приучила. Если один раз позволила, второй раз позволила, третий, он понял, что это нормально. Если это какой-то там кассир или продавец, или, не знаю, еще какой-то человек, то не вопрос. А как бы если это постоянно своя компания, и он делает кому-то комплимент, а тут сижу я такая и думаю, ну я же одевалась 3 часа, Данила, обрати на меня внимание, вот тогда это задевает. Как бы физически с тобой, а мысленно он уже думает о другой. Флирт ведет к отношениям, в некоторых случаях. Начинается все с флирта. И у нас тоже был флирт. И вот он перерос в то, что Марина рассталась с парнем, с которым встречалась 8 лет, а я с девушкой, с которой встречался 3 года. Если человек тебя любит, он, ну, не перейдет на другую сторону. Каждый волен делать все, что он хочет. И ты должен это либо принимать, либо не принимать. Дело твое. Бачу, тема флірту неабияк зацікавила мандрівничків. Що ж, сьогодні ми перевіримо не словом, а лайками, хто як вміє фліртувати. Тримайте СМС. Доброго ранку, мандрівнички. Завтра важливий день. Кожен лайк може стати вирішальним. Зараз рахунок такий. Діана і Олег Дмитрич – 9, Марина Денис – 11, Нікіта і Альона теж 11, Дані і Тоня – 16. Окрім основного челенджу в Брюге, ви зможете заробити додатковий лайк. Дівчата, вам доведеться застосувати свій шарм. Ось і перевіримо, як і хто фліртує. Ті флірти обсуждали, от тобі, на тобі і флірти. Іди, участвуй. Ну що, пішли збиратися? Да. Там. Як я вже казав, перед вирішальним днем на мандрівничків чекає аж 2 челенджа. У першому необхідно буде зачарувати одне одного, а у другому – місцевих жителів. Але у погоні за лайками хто сьогодні піде по головах. Сьогодні останній день, і завтра у нас буде вигін. Це, звісно, дуже печально. Ну, у нас імунітет. Імунітет, звісно, врятує вас від можливого виліту завтра. Але він аж ніяк не покращить ситуацію з лайками, які наступного тижня і для вас будуть вирішувати долю на проєкті. Hello! Hi! Ми приїхали в Брюге. Пожалуйста, у нас колаборація, Діана поближе. Підписчики, підписчики. Шучу. Дивіться без перерви на рекламу.
Это челлендж, типа, мой. It's too hard. Все настолько боялись. Тут все посыпалось. Тож, переможці. У меня все опустилось вниз. Это нечестно. Я буду оспаривать это. У нас больше всех лайков, и всем просто страшно. Все хотят нас. Сначала такой дружбан для всех, а потом реально ведешь себя как сволочь, честно, Дань. Это нечестно заработанный вами лайк. Пусть меня называют «ка», но я буду справедливой. Подходим к месту назначения, и там очень красивый пивной бар. Перший челендж проходитиме в одному з найвідоміших барів Брюгге «To be the beer wall». Саме тут по-справжньому розумієш масштаби бельгійської любові до пива. Бельгійці мають близько тисячі власних сортів цього напою. І найкращі з них можна скуштувати саме тут. Челендж для мандрівничків сьогодні проведе експерт з бельгійського пива, власниця бару Давіна. Ми знаходимося у барі «To be the beer wall». Ми продаємо виключно пиво бельгійського виробництва. Це сімейний бізнес. Мій дядько відкрив цей заклад у 2007 році. Наша гордість – стіна пива. Там 1721 пляшка і до кожної свій келих. У нас є поруч магазин, а на барі можна спробувати 16 видів пива на розлив. А ще у нас найчарівніша тераса у всьому Брюгге. Посмотрите, какая коллекция здесь пива вообще. Она как я ростом. Вот вся стена. Ты реально ее идешь, она, наверное, метров 15 в длину, 3 в высоту, если не больше. Там огромные вообще просто стеллажи с пивом, бокалы, очень все классно, красиво. Я не видела никогда столько краников для пива. Я не люблю пиво, оно мне кажется невкусным, и я его очень редко пью. Вітаю у Брюгге, це бар «To be the beer wall». Ваш челендж буде пов'язаний з бельгійським пивом. Вам потрібно правильно впоратись із роботою офіціанта. Прийняти замовлення, стати за барну стійку, обрати правильний келих, налити пиво і подати його клієнтам. Але зауважте, у Бельгії існує правило. Якщо ви оберете неправильний келих для певного виду пива, клієнт може не платити за замовлення. Одна пара виступала офіціантами, приймала заказ у остальних трьох пар. Розліть пиво і подати його красиво. І вона буде ставити за це оцінки. Я внутри просто ликовала, потому что мы с Данилом работали в ресторане, в Штатах, и мы самые опытные из ребят, и не можем проиграть. Это челлендж типа мой, потому что пиво я люблю иногда выпить, и поэтому связь между мной и пивом будет. Конечно, мы с Олегом обожаем эти челленджи от Локала, нам никогда не везет, мы всегда та пара, которая ничего не получает. Маєте постаратися, зараз кожен лайк на вагу золота, тим паче ви аутсайдери. Але для Діани все, що пов'язане з пивом, дається особливо важко та болісно. Пізніше ми дізнаємося, чому. Не можу говорити об цьому. Жасно. Я продемонструю вам, як правильно подавати пиво. Є кілька важливих кроків. Рінзерам потрібно помити стаканчик. Пиво потрібно налити. Поставить. Эту пеночку нужно там специальным ножом там смахнуть. Потом там донышко, на которое слилась эта пенка, его нужно сполоснуть. Там только потом подать. Келих завжди розвертайте брендом до клієнта. Зверніть увагу, що у вишневе пиво ви маєте покласти вишню. Всі сорти пива різні, тож коли ви приходите сюди, маєте це відчути. Для кожного сорту пива існує свій келих. Отже, правила. По черзі кожна пара виступить у ролі офіціантів. Завдання – прийняти замовлення, обрати правильний келих, налити та подати пиво. За процесом слідкуватиме Давіна. І саме вона визначить найкращих. За перше місце хтось отримує 2 лайки, за друге і третє – по одному, а лузери не отримають нічого. Складність у тому, що обслуговувати треба власних конкурентів. А вони, як відомо, вередливі клієнти. В Бельгії у кожного пива є свій бокал, ти повинен налити саме в нього. І якщо вдруг ти приносиш клієнту пиво не в тому бокалі, він має право за нього не платити. Хто хоче бути першим? І просто тишина. І всі настільки боялись. Хто не рішався. Ми з Діаною думаємо, ну що боятися, ну, потрібно йти, відстрілятися побыстрее і все. Либо пожелання. Надо рискнуть, ну вдруг повезет. Так, можете починати. Я хочу кокосове. Какое оно там? Где оно? С
сразу то, что мне не понравилось, мне представились, сразу такие, так, давайте, ребята, что вам заказывать? То есть не как официант, а как просто друзья. Я просто ненавижу, когда со мной официант начинает очень много разговаривать. Приветствуем вас в нашем заведении, туда-сюда. Меня это бесит, поэтому я так не начинал. Это я у парней заказывал. А, черри туда. Черри? Да. Тоня? Для меня крик бум. Записывает и Диана заказ, и Олег записывает заказ. Думаю, оп, два официанта пришло. Ну, как-то странненько, как бы в заведениях не часто такое встречается. Самое дорогое надо было брать. Да, спасибо. Я все записал, и мы пошли за барную стойку наливать. Ищу бокалы, боже, а их столько разновидностей. И я нашла два бокала, а третий не могу найти. Смотрю на эту стойку, и она такая показывает. Я понимаю, что вот они, эти кокосы лежат передо мной. Бочек. У меня трясутся руки. Я никогда в жизни не наливала пиво, во-первых. Во-вторых, так как я его не пью, я не видела, как наливают, не обращала внимания. Может, еще мне долить, а то пива мало получится, все нормально. Много пены налила. Я забрал у нее все бокалы и сам начал наливать. Олег Дмитрович вирішив врятувати ситуацію. Але також влаштував пінну вечірку на барі. Пол пива, все остальное пена. Ну, мне это только на руку. Они делали пиво медленно, и самые первые несколько бокалов очень долго стояли, уже пена опустилась, и пиво было налито, ну, не до верха. Боже мой, какое оно вкусное! Я попробовала кокосовое пиво, в которое я просто влюбилась. А где твоя вишенка? А, мы вишню забыли. Вишню положи, пожалуйста. Я просто забыл об этом. Оценивающий наш человек поставил себе там, типа, не сделал. It's too hard. Да, это Олег. Все-таки, наверное, надо было не выходить первыми, но уже что было, то было. Из помилки Діани та Олега забута вишня і забагато піни. Наступними у бій рвуться Нікіта з Альоною. Ми надіялися, що вони... все-таки будут хуже, чем мы, хотя бы в чем-то. Hello. Hello. Welcome to Belgium. Nice to meet you in our 2B pub. My name is Alena, it's Nikita. Today we will be your waiters. Они меня вообще поразили, потому что такой сделал Никита и Алена интерактив. Я, конечно, расстроилась. Они это все сделали уже красиво. Where are you from, guys? Вы же со мной на английском, тогда я буду говорить с вами на немецком. Ich bin aus Deutschland. You are Deutschland? Yes. Oh. Ich heiße Alena. Ich heiße Denis. Ich möchte coconut. One more. And one more to lady. Okay. Покумась в любви меме. Она с ними говорила на французском языке. Это было очень круто. Sorry, repeat me. Meme? Says. Oui. Wa. Merci beaucoup. Мандрівнички використовують усі свої навички та вміння, аби ускладнити челендж суперникам. Записывала, Никита спрашивал. For me, number 7, please. Number 7, please. Few minutes, and we will come back to you. Каждый вид пива наливается в разные стаканы. Поэтому я искала сначала стаканы. 7. А, 7 numbers. Было нормально, все хорошо. Когда я начал наливать пиво, тут все посыпалось. Мы увидели несколько технических ошибок уже. Пытался включать эту штучку чуть-чуть, что тем пиво билось медленнее и не пенилось. А получилось так, что когда я включал чуть-чуть, наоборот, текла одна пена. Мы неправильно набирали, не под наклоном держали бокал. Прям внизу этого пива, а все остальное пена. Кільце – це підставка. Ага. Coconut, please, for this girl. It's for this girl. Thank you. Enjoy. Thank you. Забагато пива – це, вочевидь, найпопулярніша помилка. А Давіна продовжує уважно спостерігати і виставляти оцінки. Наступними виходять Денис та Марина. Я так настраиваюсь, думаю, так, все, зараз ми зробимо бобу. Так волнуюсь. А ти не волнуйся. Все будет хорошо.
Марина говорит, давай будем по-украински, раз уж мы ж типа, с Украины, давайте будем розмовляти справжньою українською мовою. Скажем, що ми хочемо бути ближче до вас, так як ви українці. Ми вітаємо вас у прекрасному барі Тубі. Ми знаємо, що ви приїхали з України, тому хочемо розмовляти, спілкуватися з вами українською мовою, для того, щоб бути до вас ближче. Може, ще Кобзаря зачитаєте, чи Ніч, яка місячна заспіваєте, а, Денис? Ну, мне кажется, на украинском типа не совсем правильно, потому что оценивают хозяйка заведения. Лучше, чтобы ей было понятнее, что происходит. Мне, пожалуйста, 11 номер. Number one, please. Number one. Зачекайте, будь ласка, декілька хвилин, а поки насолоджуйтесь нашим ассортиментом пива, вы можете все розглянути. Я хочу дома такую библиотеку пивную очень сделать. Очень круто сделано, очень классно. Если у нас три этих вишневых пива, то нужно начать с этих трех вишневых пив. Все идет отлично, все идеально, коп, отлично. Краем глаза замечаешь, что Марина зачем-то сама пыталась налить пиво. А зачем ты наливаешь? Я же сказал, все буду наливать я. У меня трясутся руки, я волнуюсь. Он говорит, что ты делаешь? Уже поздно. Сейчас она... Пожалуйста, не наливай. Хорошо, ну сойдет, да. Нет, такое пиво подавать клиенту нельзя. Поэтому я выливаю это пиво. Беру новый стакан. И наливаешь это пиво, уже все четненько, все нормально. Если бы я был хозяином заведения, мой официант не мог налить пиво и выливал его на пол, то это, не знаю, тоже такая не очень хорошая штука. Они точно проиграют, потому что он вылил целый бокал пива. Цікаво, а що гірше, вилити келих пива і переробити, чи подати пів келиха піни клієнту? Це знає тільки Давіна. Ліцом, ліцом. Мы правильно поставили названием пива к клиенту. 11-й коллег. Нет, у меня вот то, что я не знаю. Я сказала. Ватерлоу. А, Ватерлоу? Да, я же сказала Алена. Алена, господи, Диана, прости, я перепутал твои имя, Алена. А ось переплутані замовлення – це вже доволі груба помилка. Хорошого вам вечора. Мандрівнички дегустують третю порцію пива і нервово чекають результатів. Залишилась одна пара, яка ще не проходила челендж. Таня и Тоня, как обычно, в своем репертуаре. Они увидели, как все сделали, типа учли всех ошибок и пошли тоже принимать заказ. Мы, конечно, с Тоней настроены решительно. Hello, welcome to the beer wall. My name Hello, is Daniel. Guys. My name is Antonina, and today we will be your servers. Hello. Они тоже на английском сделали интерактив. Ну, понятное дело, они не сравнятся уже с Никитой и Аленой, потому что они прям сделали бум. What would you like to drink? Number three, please. For me, four. Number. Я еще не выбрала. 11. Я хочу такое с легкой горчинкой. Какое вы можете посоветовать? Number 11. Вы мне показали не очень такое. Вот давайте мне, наверное, вот этот вот. Пыталась там что-то выпендриться Марина, там что-то сбить с толку, и то у нее не получилось. It's a cherry beer. Рик. Мы пытались Тони с Даней заказать пиво, которое бокал стоял очень высоко, вот эти на деревянной подставке. Такие бокалы вытянуты, очень странные. 15 for me, please. В итоге Диана заказала это пиво. Всі намагаються ускладнити завдання Тоні та Дані. Але сьогодні від цієї пари буде для вас ответочка. І куди більш підступна. Пару минут, ми будемо готові з вашим заказом. Очень жестко спалились, когда выглядывали этот бокал там на этой полке. Тоня заметила нас. 11, смотри, это Голиат. Это вот этот какой-то квок. Вот я очень хотела, чтобы они тупили, чтобы они неправильно все делали, но я знала, что Даня рассказывала, он работал барменом, поэтому, конечно, у них опыта больше. Я умею разливать пиво, потому что в Штатах работал на баре. А ты чего не даешь пиву стечь? Подставляет кружку и сразу наливает пиво. Хотя девушка показывала, что сначала нужно включить пиво и только потом подставить кружку. Я Данилу сделала замечание. Делаешь на свой манер? Ты говоришь серьезно мне? Он, видимо, не обратил на это внимания и продолжил делать так, как его учили в Штатах на его баре. Дайте мне кокосовое, пожалуйста. А очень странно было, что Даня с Тони работали официантами в Америке, типа, и у них получилось так не очень хорошо наливать. Полбокана, это пена, которая уже и как бы села. Hello again, guys. Your order Your is ready. Drinks are ready. Вы подавали пиво сначала девушкам, потом мужчинам, как полагается, согласно правилам этикета. О, это темное какое-то, прикольно. Ich liebe darken beer. Все правильно всем раздали, то есть никаких ошибок у них не было. Алена помилок не побачила, але Давіна все конспектує.
Enjoy your beer. Спасибо вам. Приятного аппетита. Спасибо. Thank you so much. Наш эксперт уходит принимать решение. За первое же место дают 2 лайка, и мы, я реально очень хотела, ну, хотя бы что-то. Была такая интрига, думаю, кто же все-таки будет. Тут же она возвращается с результатами. Що ж, я оцінювала, враховуючи, як ви наливали пиво, наскільки були дружелюбні та чи правильно розібрались у сортах пива. Скажу по секрету, пару раз постріляв глазами. Кстати, тот же самый флирт я использовал и с нашим экспертом. Типа, эй, детка, там. Ну, надеюсь, это как-то поможет нам. І Давіна починає оголошати свої результати. Нагадую, за перше місце Давіна віддасть 2 лайки, за друге і третє – по одному. Ті, хто опиняться на четвертому місці, не отримують жодного лайку. Олег і Діана, ви на третьому місці. Ви були першими, вам було важче за інших. Ви були дружелюбні, але у вас були помилки. Ну, ви знаєте. І Олег та Діана отримують такий жаданий 1 лайк. Ми дуже обрадувалися, ми схватились за руки. Ми поняли, що ми хоча б вже на 1 лайк приблизились. Ми хотіли догнати ребят, які забрали всі лайки накануні. Друге місце займають Тоня і Даня. Лідери Тоня та Даня також отримують 1 лайк і знову відриваються від конкурентів. Ніхто цьому не був рад. Я доволі, що ми на второму місці. Ви були останніми, вам було найлегше. Але ви допустили кілька помилок, коли наливали пиво. Я могла вовремя зробити Данілу замечання і збіжати від цієї ошибки. Залишилось 2 місця. Перше і останнє. 2 лайки та нічого. Оставались ми, і Маріна з Денісом, і така була інтрига. Зараз почнемо за найінтересніше. Наступна пара – Нікіта та Альона. Альона. В смислі? Як? У мене все опустилось вниз. Я просто, ко мені не могло прийти розуміння, що ми програли. Ви були дуже дружелюбні, але те, як ви наливали пиво, вибачте. Тож, переможці. І тут мене взорвало. Я розумію, що ми виграли 2 лайки. І ми реально дали жару. Марина та Денис посіли перше місце та отримали 2 лайки. А от Нікіта з Альоною після пивного челенджу отримали 0. Как-то грустно, неприятно, что мы проиграли, потому что задание было не такое сложное, это нужно было просто наливать пиво. Вы сделали 5 видов пива дуже добре. Thank you very much. Денису я не перестаю удивляться каждый день. Я реально им очень горжусь. Я заметила то, что, наверное, другие не заметили. Денис не помыл стакана 3 или 4. Я на самом деле не знаю, куда смотрела эта женщина, которая их оценивала. За вкусну Бельгію. Після челенджу маємо такі результати. У Тоні та Дані 17 лайків, у Марини та Дениса 13, у Альони та Нікіти 11. Діана з Олегом трохи покращили становище, у них 10 лайків. Але це не останній розіграш лайків на сьогодні. Другий челендж на 1 бонусний лайк буде трохи пізніше. А зараз у мандрівничків є час дослідити Брюгге. Дивіться без перерви на рекламу. Міняю бізнес-концепцію своєї житті. Я хочу займатися на лавці Кіди. Ще були в шокі від такої доброти людей. Олег мене просто любить, і ну, це безцінне чувство. Ми підемо зараз в культове місце в Брюгге. Учора на конкурсі пародії Діана та Олег виграли унікальну екскурсію. Ви виграли, вас 4. Спасибо большое. Пошли мы на чекин. Я его очень ждала, потому что мы его так выиграли необычным способом. Плюс ко всему, мне было интересно, что же это за культовое место в Бельгии. И мы приходим на улицу, где очень резкий запах хмеля. Блин, опять пиво. Це Марі. Вона вам тут все покаже. И мы попадаем на пивоварню, одну из самых старых в Бельгии.
Чомусь вважається, що найбільші пиволюби в Європі – німці. Але бельгійці могли б посперечатися з ними. У маленької країни велика пристрасть, яка охоплює усіх. Сімейна пивоварня «De Halve Man» не лише найстаріша в місті, а й єдина діюча. Зараз у пивоварні є сучасні технологічно обладнані цеха. Але спеціально для фанатів тут залишили цехи і обладнання, яке використовували 200 років тому. Це сімейна пивоварня, заснована Генрі Маном першим у 1856 році. І досі вона належить сім'ї Ман. Це вже шосте покоління Манів. Оскільки виробництво розрослося, ми були вимушені збудувати новий цех для розливу у пляшки. В общем, ми з Олегом узнавали, як вообще варяться пиво. Але повний цикл пивоваріння відбувається саме у цій будівлі. Коли я кажу «у цій будівлі», я маю на увазі, що це відбувається прямо тут. Вона об'ясняє, тут же починають крутитися ці штуковини внутрі, там все це кипить, бурлить. Ми були в восторгі, це було дуже ефектно. Щороку ми випускаємо 5 мільйонів літрів пива. Я розслабилась і поняла, що, мабуть, це буде все-таки цікаво, несмотря на те, що я к піву равнодушна. Це квіти хмелю, схожі на канабіс. Вони роблять вас щасливими. Це квіти хмелю, just like with cannabis, that make you happy. Ми його понюхали, я кажу, ми до кінця тижня тепер будемо щасливими. Не вгадала, Діано. Вже завтра на тебе чекає найбільше розчарування на проєкті. Зараз плакати будеш? Спокойся, будь ласка, я тебе дуже прошу, Діано. Представляєш, тут працювати? Це жесть. Як складно передвигатися. Це, мабуть, людей підбирати сюди, як танкістів маленьких. Раніше тут знаходились бродильні резервуари. У приготуванні пива це надважливий етап, під час якого певні інгредієнти перетворюються, власне, у пиво. І коли вже пиво далі сливалось по системі, чоловік залазив вже мити цей чан. І оказується, що чоловік успівав помити тільки один чан, і він одразу вже п'янів від запаху, який стояв внутрі. Вони помили одну джакузі, і все, і чоловік був п'яним. І тому це була дуже складна робота. Один слідив за тим, щоб другий не втратив сознання і не умер від передозировки, мабуть, цим запахом. Діана та Олег сходами прямують на дах пивоварні. Там на них чекає те, що змусить затамувати подих. А Тоня та Даня тим часом зачекінять центр міста і спробують найпопулярніші бельгійські солодощі. Було дуже приємно гуляти по місту з Данілом. Мені якось навіть нічого не хотілося, крім як от зжати його руку, якось дурачитися, кружитися. Ну, дійсно, наслаждатися моментом. Брюгге красивенний просто взагалі. Весь кирпичний, весь такий старий, ці канали. Я чувствую себе як в Венеції якось. Мы шли-шли и просто увидели какую-то лавочку, где продавали льежские вафли. All right. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Мне топпинг нравится, а сама вафля не очень, на самом деле. Честно, слишком сладкая она какая-то. Она аж хрустит на зубах. Я бы не рекомендовала. Это было слишком сладко. Вот на этот сахар в вафле, он как-то даже на зубах хрустел. Но Данилу так не показалось. Мне кажется, определенно можно порекомендовать. Это такая бельгийская классика, что вот они делают действительно там по каким-то оригинальному рецепту там, своему там, с давних лет. И она действительно вкусная. Так, смаки у цієї парочки знову розбіглись. А для Марини, любительки Франції, я підібрав спеціальне місце. How are you? Good. Hi. Nice to meet you. Marina. Zina. Денис. Zina. Nice to meet you. Oh, you have a really nice name. Like yeah. From Ukrainian name. Marina. Yeah. Everybody так, всі це кажуть. Okay. Yeah, why not? No. Let's go. Це мій перший заклад, моє перше дитя. Називається Delicious. Ми хотіли передати французький стиль, тому що ми самі з Парижа. Paris, Champs-Élysées, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.
И далее. And then in my case, I don't know French, but I know how French people talk. Like, je prends le bus, le bus le quoi, le bus le bus, something like this. Це не французько. Like people like when you should speak in. Yes. О, ви говорите французькою? Лис меня заставил немножко поговорить на французском, мне так стыдно. Un petit peu, un peu, oui. И Марина как начала говорить по-французски, что аж реально я офигел. Quand j'ai 7 ans, je parle très bien. Okay. Je parle comme une française. D'accord. Oui, et maintenant, je n'ai pas parlé pour longtemps, et j'ai oublié tous les mots. Mais ça bien, c'est très bien. Oui. Très bel accent. Ви говорите майже без акценту. 10 з 10. Она меня понимала, но я понимала, что грамматически я разговариваю вообще неправильно. Бабушка, прости меня, прошу тебя, пожалуйста. Кафе Делішес – милий сімейний заклад, де завжди можна скуштувати свіжий французький круасан і випити смачну каву. Але фішка цього місця – сувеніри, які залишають на пам'ять відвідувачі. Ніби відкриваєш скарбничку зі спогадами. На цій стіні у нас зібрані послання відвідувачів з усього світу. А тут у нас купюри різних країн. Вижу, нигде гривен нету, значит, мы будем первыми, думаю, украинцами. Is love. Love. L'amour. And L'amour. Love. Love. Car. Car. Це мій стіл для сніданку, тож я покладу купюри сюди. Because I always take my breakfast here. Okay. Oh, thank you very much. Nice. Voilà. Like this I will коли я снідатиму, буду думати про вас. Thank you. We will think about you every time we will come to Belgium. Because you're really nice. We have this Love Love Car recommends. Because we are recommending this place. We really like this place more because it was your first place. Your first opened. Baby. Love Love Car рекомендує. Okay. La perfectique. Voilà. Au revoir. Au revoir. Денис любим. Попрошайте. Это тебе не хрюмухры. Мой мальчик самый модный, самый крутой. Выкусите, девочки. Тим часом Діана з Олегом нарешті дісталися найвищої точки пивоварні. Ми находимся на крыше настоящей пивоварни. Посмотрите, какая здесь красота. Здесь вид на весь город и на Олега Дмитриевича, естественно. Очень красиво, просто невероятно. И какое небо сегодня нереальное. Там потрясающий вид на Брюгге, просто такой красивый. Мне кажется, что только ради этого вида стоило прийти на эту экскурсию. Бачите, отам госпіталь Святого Іоанна. Далі за ним розмістився наш завод для розливу пива у пляшки. Під землею є трубопровід довжиною 3 кілометри 276 метрів, який з'єднує завод з нашою пивоварнею. Він переганяє по 6 тисяч літрів пива на годину. В Брюгге є пивопровод. Коли провод в Києві, так і пивас льется. Вузькими вулицями середньовічного Брюгге доставляти пиво важким транспортом вкрай незручно. Тому теперішній власник пивоварні Ксав'єр Ванесте придумав повне божевілля – транспортувати пиво до нового заводу під землею. І рік тому проект втілили у життя. Ви можете уявити, скільки людей у Брюгге хотіло б врізатись у цей трубопровід. Але це достатньо складно, адже труби проходять лише під громадськими місцями, під вулицями та скверами. Щоб не було ризика, що чоловік врежеться в цю трубу і буде там собі пиво качати. З логікою людей все нормально. Це був дуже дорогий проект, який коштував 4 мільйони євро. Частину цього проекту оплатили звичайні люди через краудфандинг. Люди, які віддали на проект 7,5 тисяч євро, кожен день до кінця життя будуть отримувати по пляшці фірмового пива. Ми вийшли впечатлені з екскурсії, дуже поблагодарили нашого гіда, потрясаючу ту жінку. Кажется, все-таки здорово осознавать, что под тобой течет пиво по всему городу. Да. Я в восторге полнейшем. Причем даже вот если не любишь пиво, я, например, вообще к пиву равнодушна. Мне кажется, после этой экскурсии просто просыпается какое-то желание его пробовать. Мы рекомендуем? Однозначно рекомендуем это место. Даже если не пьешь пиво. Діана з Олегом відправляються на бар дегустувати унікальне пиво. А Никита с Аленою зачекинять пивный палац. Мы пошли в бар
Там стоит такой-то мужичок, у него какие-то странные волосы, он такой в рубашечке, такой большой, в очках, такой видно, что он немножко такой поддатый. На перший погляд, це звичайний бар. Але чим далі заходиш, тим більше відкриваєш для себе пивний палац. Тут є все, що пов'язане з пивом. Сувеніри, рідкісні предмети інтер'єру, кухлі та, звісно, саме пиво. У нас є 400 різних видів пива. Все з Бельгії. Мій батько купив цей будинок, коли був молодий, і одружився з молодою жінкою. Тут продавали курчат. Ми з братом успадкували цей заклад і перетворили на бар. Тут більше немає курчат. Тепер тільки пиво. Це краще. Це вже там полвіка вони займаються цим бізнесом, типу, діло їх життя. 3 роки тому ми зробили бар, де можна продегустувати пиво. В барі дуже багато таких антикварних якихось речей. Це моя колекція. Тут зібрані цілі історії про різні бари. Коли якийсь заклад закривається, я скуповую з нього різні речі, які вирізняли його з-поміж інших. Тепер це все не лише частина інтер'єру, але й моя гордість. Реально можна цілий день потратити, щоб от це все розсмотріти. Справи в магазині погіршуються, але бар і музей навпаки. Люди хочуть пити пиво і насолоджуватися чимось на місці. Це новий тренд у туристів. Ой, не можу вам сказати, бо ось там моя жінка, і вона все чує. Вона завжди гнівається, але я не п'ю до 6-ї години вечора. А після можу випити 2-3 келихи пива. So we decide to recommend this place. All people in Ukraine will be know about your bar. Я запам'ятаю вас на все життя. You will be Ukrainian beer star. Okay, thank you so much. Good luck. Bye-bye. Меняю бизнес-концепцию своей жизни. Я хочу заниматься лалавчикидами. Я хочу ездить по миру и делать лалавчикиды, короче. Это крутая штука. Лишайтеся на лав-лав-кар довше і ще почекіньтеся. Тим часом Марина та Денис, прогулюючись вуличками Брюге, знову натрапили на дещо цікаве. Это... Такой пенюарчик. Кружева. Давай. Там разные всякие и картины, которые они там вручную сделаны, такие ценники, там 260 евро я видел за полотно, 170, ну то есть такие достаточно большие цены. То есть там, наверное, самое дешевое это был какой-то веер за 20 евро. Тут ви можете побачити роботу машинки, а це вже було зроблено руками. Це не просто магазин з мережевим. Цей бізнес успадкувала моя дружина, а взагалі вже 9 поколінь її сім'я займається цією справою. Саме у Брюге у 1717 році почали виробляти мережевні речі та одяг. Займалися цим бідняки, аби підзаробити. Але чутки про супертонку мережевну тканину розлетілись по всій Європі. І згодом найбільші модниці Лондона приїжджали до Брюге за обновками. Цілком можливо, що дружина Фабіана – родичка тих самих майстринь, які започаткували світову моду на мережеву. Давайте покажу вам мою дружину. Показав фотки нам своєї сім'ї, жена така, діти, син, дуже красиво. О, you have a really nice family. Yeah. How long you've been with your wife? 36 років. 36? Oh my god. Maybe you have some tips for us, like what should we do in our relationship? Романтика – це найкраща річ, щоб завжди бути разом. Навіть після 20 років, навіть після 30 років романтика має бути завжди. Неважно, на якому періоді отношений, в якому возрасті страсті, романтика, вона не повинна пропадати ніколи, і тоді буде класно. Я хочу зробити дещо для вас. То, що мене повергло в шок, він нас почав кудись вести. Підходить, значить, касі, якийсь знайомий, договорюється. Ось, тримайте. Ви можете покататись на човні і зробити гарні фото. І він нам дає 2 білети на лодку. Ми взагалі були в шокі від такої доброти людей. Thank you very much. Нам настільки було приємно. Боже мій, такі приємні люди. Взагалі, шикарний. Давайте що в нами пізніше. Бо вже за 15 хвилин розпочнеться челендж на один лайк, який розділить мандрівничків на 2 табори та спричинить справжню лав-лав-війну. Дивіться без перерви на рекламу.
Если ты будешь видеть, что симпатичный парень, можешь губы целовать, и тебя разрешают. Ни перед чем не остановится. Сначала такой дружбан для всех, а потом реально ведешь себя как сволочь, честно, Дань. А Діана з Олегом завершують свою прогулянку дегустацією особливого пива. Пошли, собственно, попробовать это пиво. Мы заказали пиво, которое мы никогда не выпьем нигде в другом месте. It's not that strong, right? No. Okay. Thanks. Thank you. Мы когда ходили по этой экскурсии, то я вспомнила про папу, потому что папа у меня фанат пива. Мы с папой общались, то он бы вообще мне сильно позавидовал. Он в восторге был бы от того места. Прикольно. Если бы вообще он сейчас был в моей жизни, он бы вообще очень сильно... Не могу говорить об этом. Ужасно. Он выставил мою маму с детками из дома, и они все переехали ко мне. Это было для меня вообще самым большим ударом. И он сейчас сказал, что вернуться мы можем только если мы на коленях будем умолять о пощаде. Несмотря на то, что мне больно в принципе от того, что он сделал с нами и как он поступил, он все-таки мой папа, и как-то я когда там находилась, я понимала, что пиво — это то, что он всегда очень любил. Просто я понимала, что если мы общались, то папа бы мне очень позавидовал и очень сильно порадовался, что я видела вообще, как производит его любимый напиток, и ну, я не могу с ним этим поделиться просто. У меня прямая ассоциация пива с папой. Может, поэтому я его так сильно не люблю сейчас, этот напиток. У меня до сих пор остается вот как эта несбывшаяся мечта. Мечта о том, что у меня есть папа, который вот такой, как у других ребят. Вот это все-таки так классно, когда ну, отец считает, что ты самый лучший. Когда он реально звонит тебе и с тобой общается, как с другом. Это очень круто. Олег вместо отца относится ко мне как к маленькой девочке иногда. Ну, то есть то, что он говорит «малая», там, все удивляются, что мне это приятно. Ну, там, что приятного, что тебя малой называют. А мне так это приятно, потому что папа ко мне никогда, ну, как-то вот ласково не обращался. Я себя могу с Олегом чувствовать маленькой девочкой. Олег меня просто любит, и, ну, это бесценное чувство. Не знаю, мне кажется, я это ценю больше, чем ценят девочки, которых вот, которым не приходилось папе доказывать, что я достойна його любви. Цей Love Check-in для усіх мандрівничків став чимось більшим, ніж просто прогулянка. Для Діани звичайна екскурсія перетворилася на особисте випробування. Нікіта з Альоною, які хочуть відкрити власний бар, надихнулися успіхом пивного палацу. Тоня з Даною знову не зійшлися у виборі солодощів. А Марина та Денис дізналися секрет сімейного щастя. Навіть не віриться, що ця пара лише півроку разом. Після прогулянки мандрівнички збираються у центрі Брюге на бонусний челендж. Увага! Умови! Дівчата мають продавати бельгійцям пачки з насінням. Хто назбирає найбільше грошей, той отримує від мене додатковий лайк. Час на виконання завдання не обмежено, але обмежена кількість пачок. 8 на всіх. Хлопці чекатимуть на дівчат на лавоці та видаватимуть по одній упаковці за раз. От і подивимося, чи допоможуть дівчатам шарм, харизма та, звичайно ж, вміння фліртувати. Буде такий челендж – битва дівчат. Ми з Данілом настроєні дуже рішительно, тільки вперед. Було б офігенно придавати реально по 10 євросів, це взагалі ідеально. І максимально там от іменно улыбатися, щоб це було з позитивом, не забувай. Тоня офігенно знає англійську, вона красива. Флірт, шарм, включайся повністю. Цілувати, танцювати, привлекати всі свої качества, щоб переплюнути дівчат. Пачка за пачкою, пачка за пачкою. Пачка. Ми беремо, продаємо, ми беремо, продаємо. Деньги виручені Дані віддаємо. Є. Є. Тоні головне преимущество – це її внешність. Вона у неї така ярко виражена, дуже така кукольна. У мене немає цієї внешності, але зато у нас підготовлені всякие свои приемчики, и я думаю, что у меня есть все шансы победить. Я все равно нервничаю, но попытаюсь максимально сделать все, чтобы меня здесь.
решил, что нужно же ее немножко там проштудировать. Вот послушай. Hi, my name is Marina. I'm gathering money for a birthday party for my little sister. Придумали историю, что у меня маленькая сестричка, я хочу ей сделать большой сюрприз, у нее день рождения, и что я вот коплю деньги. Мне эта идея показалась отличной, тем более в Европе там нормально могут денег давать за такое. Я предлагаю тебе от 3 до 5 евро ставить ценник. Если ты будешь видеть, что симпатичный парень, ты можешь губы целовать, я тебе разрешаю. Соприкосновение просто ничего не значит, тем более для конкурса, в котором действительно надо жестить. Но я понимал, что эти будут рвать и метать, потому что это ни перед чем не остановится. Только из-за этого шансы Алены хуже, потому что она не будет переступать рамки дозволенного ради победы. Весь конкурс. Думаешь, да, Саша? Лимитированное количество упаковок тоже добавляло большой интриги. Либо продать одну задорого, либо побегать, покупать за мало много. Дивіться без перерви на рекламу. Ну, это не попрошайничество. Я буду оспаривать это. Все хотят нас за***ть. Ведешь себя как сволочь, честно, Дань. Мы выдали девочкам одновременно 4 пачки. Зі стратегіями всі визначилися, дівчата пачками озброїлися. Час пішов. Тоня сразу же подбежала к девочкам, которые сидели на памятнике. We are having a challenge here, and I need to gather as much money as possible by selling these sunflower seeds. Maybe you can give me like 2 euros each, please. Тонечка, как можно больше из них выживай. Do you need seeds or you don't need them? No. Thank you so much for your help. Пачка осталась в руках, а деньги она получила и убежала дальше. Тончик, ну это не попрошайничество. Ну что, просто деньги? Вон они взяли пачку, хорошо, там следующее возьмут. Тоня, на цей раз хлопці тобі простили хитрощі. Але краще не загравайся. Настолько хотела собрать побольше денег, думаю, ну если одна пачка у меня есть, то хорошо. То есть я буду ее продавать до тех пор, пока кто-то мне ее именно реально не заберет. I'm gathering the money for my little sister. I want to make a little party. I see this semki for you in 10 euro. 5, please. This is very important for me. Okay, okay, thank you. На площади очень мало людей. Hi, girls. I sell this product for you. And please give me money and I sell this. Я уже не знаю, куда бежать. Я вижу, что девочки побежали в самое основное место, где скопление людей. Я понимаю, что они уже там поспрашивали. Maybe 50 cents each or 1 euro each, please. Помогите мне, вот мне нужно продать семки. Okay, that's fine. Оббегаю их, смотрю, какие-то туристы стоят с гидом. I have to sell the seats and earn more money than other girls. Maybe you can give me like 50 cents each or 1 euro each. Люди очень мялись, но гид молодец, я ему очень благодарна. Он полез в карман сразу, на удивление. Thank you so much. Люди, которые были с ним, тоже начали доставать деньги. That's for you. It's really delicious. Діана першою продала пачку та вже побігла за другою. Вона висипала мені в руки, я запихував мілочку в копілку. Вона вже вбігала в це время з другою пачкою продавати. Hello, I need money. Buy this, please. It's from Ukraine. It's good product. Please, please, please. Я как-то не могла ее продать. Вот злюки. Ну, никто не покупал ее. Я старалась быть максимально обаятельной, много улыбалась. I can dance. Ла-ла-ла-ла-ла. Oh my God. Все мне давали там какие-то мелкие монетки. Thank you so much for your help. Thank you, guys. You don't want them, right? Thank you. Тим часом до тих самих хлопців, що і Тоня, підійшла і Альона. Kiss you in this. Please, and I dance. 5 euro, 5 euro, please, please, please. Пригала з них, просила, кричала please, please, please. 5 euro, 5. Ну, все равно как-то не сильно не вели, чтобы давать деньги. Жлоби. Чого ж одразу жлоби? Он Тоні нещодавно дали гроші. I'm doing a challenge and I have to sell this seed. They already talked to you. Девочки вже всіх людей обіжали, которые, возможно, было обіжать там. Подхожу к одному столику, к кафешке, там сидит очень много ребят, которые меня уже встречают взглядами, я уже примерно понимаю, почему они меня ждали. Oh, really? They asked you to... Oh, really? Did you buy it? Or not? Oh, that's cool, thank you.
откуда ни возьмись, идут такие представительные мужчины в костюмах. Я думаю, так, выгляжу я вроде прилично. Подхожу с этими семками. Can you give me some money, please? Please, I want to win. Two and a half? Maybe more, please. No, I'm begging. Okay, okay, two and a half. But take it. Take it, thank you. Я ему всовываю эту пачку, он вообще в шоке, он в этом красивом костюме с этими семками. Доки дівчата досі бігають з першою пачкою, Діана вже біжить за третєю. Але нагадаю, переможе та дівчина, яка заробить максимальну суму грошей, а не продасть найбільше упаковок. А я думала, не можна нікуди вибігати. Нарешті щастить і Альоні. Вона продала першу пачку. Альонка, по-моєму, біжить. На челлендже сидим мы с пацанами, денег ждем и девочек наших. Кто семки продал больше, тот и выиграет лайкосик. Ну где же, где же, где же моя Марина? А пачки-то ограничены. Sell this product for you in 10 euro, and I kiss your cheek. Он такой. And this is very tasty. 10 euro. Okay, 5. Я не знаю, зачем я к ним подошла, потому что мальчики были под наркотическим воздействием, с очень узенькими и красными глазами. От них пахло очень сильно нелегализированной зеленой штукой. Окей, я понимаю. Что это? Пожалуйста. Это очень хороший продукт. Maybe you can pay me like 2-3 euros each. This is very delicious. It's a snack from Ukraine. Please help me. Please, 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 I'm begging you. I can give you back 4-5. Тоня ще не продала жодної пачки, а вже має гроші, аби дати решту з 10 євро. Я понимала, що пачок становиться все менше і менше, і вже нужно переставати торгуватися, просто хватати деньги і біжати за следующий. Смотри, з бумажечка біжить, кажеться. Тоня принесла с одной пачки очень много мелочи, прямо целую кучу. Buy this for 5 euro, please. Maybe 2, maybe 1, please. Okay. Thank you. Для них вообще это мелочь. Жмутся. Тим не менш, Альона продала другу упаковку насіння. Бежит. Альонка, по-моему, бежит. Она продала вторую пачку, пришла за третью, а как бы семок уже больше и нет. Я не думала, что так быстро закончится. Ты видишь, с одной пачки можно было намутить пару раз. Пару раз продать одну пачку. Перед нами буквально Тоня подбежала к девочкам, дали ей деньги и типа не брали семки. Она же типа не продала, получается. Наклали человек денег за с одной пачкой семечек. Блин, сейчас на Тоню все начнут жаловаться, я уже об этом думал. Oh, if you can give each like 1 or 2 euros, it would be great. I will win the challenge. Он начал доставать деньги. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Девочка достала, у нее только вот эта монетка в 2 евро. И вот она вот так вот передо мной держит, и я уже готова была схватить. Я такая, пожалуйста, умоляю. Please, please, two. I'm like, thank you so much, thank you. I love you guys. Я пищу от восторга, возвращаюсь обратно. Кидаю ці монетки і просто молюсь, щоб у нас було більше всіх. А зі своєю пачкою досі бігає Марина. Бабушка, іди сюди, моя маленька. My name is Marina, and I gathering money for my little sister. Починаю їй розказувати, вона така, да, да, звісно. Hi, my angel. Thank you. Have a nice day. Біжить моя Маришка. Давай, любимая, я тебя люблю. Пачек больше нет? В смысле? Серьезно? У полях залишилась тільки Тоня. All I can do is to sell these sunflower seeds and together as much money as possible. Anything else? Это последний мой шанс выручить как можно больше денег. Постари, по 5 фену продавали? Не в разу. Брали деньги и бежали дальше продавать. Ну как? Был у нас один такой случай? В смысле? Тоня так делала. В смысле? А Тоне просто давали деньги, и она не продала семки. Я понимаю, что это реальное нарушение правил. Это нечестно, это неправильно. Сейчас опять у ребят будет лайк.
и они будут красавчиками сидеть, и снова они хитрят и нарушили правила. Нет, ну в смысле, это нечестно. Не клянчи, нет, но это, но так у нас не по правилам. Здесь дают деньги, нужно отдавать пачку в любом случае. И вот это вот с двух сторон, вот какой-то такой вот прессинг. Я буду оспаривать это. Чи ждем мы Тоню? Тоня, нет и нет, нет и нет. А Тоня продовжує збирати гроші, навіть не підозрюючи, що проти неї назріває великий шухер. €3. Okay. Thank you so much. Have a great day. Yes, 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 yes. Тонь, да не біги. Или щоб не відкривати. Я прибежала самая последняя и сразу услышала обвинение в свою сторону. Тонь, все говорят, что ты плохо поступала, что ты просто клянчила деньги. В смысле клянчила? Ну что тебе давали деньги, а ты не отдавала пачку. Я предлагала пачку, они говорят, нет, you can keep it. Это просто нечестно. Я же им предлагаю семечки. То, что они не хотят их брать, это не моя беда. Do you need seeds or you don't eat them? No, we don't eat them. Thank you so much for your help. Клянчить деньги, то, конечно же, все девочки насобирали больше. А так, получается, опять вы хитрите, как обычно. И... В смысле, как обычно? Что знаешь, как обычно? Меня это действительно взбесило. Ну, просто вы очень часто хитрите, как бы все закрывают на это глаза. Ну, факт, примеры. Это нечестно, брать деньги и не продавать пачку, когда правило было продавать пачку. Ну, я просто бегала и как-то дают деньги, о, класс, бегу дальше, дают деньги, о, класс, бегу дальше. То есть мысли кого-то обмануть, как-то сделать вот неправильно у меня, ну, вообще не было. Я протягиваю пачку, они говорят, keep it, нам не нужно, мы это не едим. Но ты эту пачку не имела права продавать второй раз. Ты не имела права брать деньги. Я предлагаю этот вопрос пока не поднимать, потому что неизвестно, что Тоня выиграла или нет. Дійсно. Я розігрую лише один лайк, який отримає пара, у якої найбільше грошей. Давайте залишимо суперечки, доки ми не знаємо результатів. Ми почали рахувати деньги. Да, надо було. Я ж її знала, я б вже це продавала також. Вона 70. 70 євро? Алена, вот это ты бизнес-вумен. Как? 70 у нас. Боже мой. Я думаю, ничего себе нормально, Аленка, бизнес-фэнша. У нас 15 ровно. У нас 18,60. 19,70. Понятно. Найбільшу суму зібрала Тоня. Тож один лайк йде у їхню з Данею команду. Вони вроді побідили, заработали ще один лайк. Лайки, типа, дліци. Сколько тебе дали, когда ты, ну, просто так взяла деньги? 3 евро. Оказалось, что Тони и Даня обогнали нас всего на евро 10, из которых, как мы уже знаем, 3 евро заработаны нечестно. Просто без этих 3 евро у нас больше получается. То есть, по сути, я реальный победитель этого челленджа с хорошим отрывом. Мы честно абсолютно играли. Ну, то есть, это уже на вашей совести. А при чем тут совесть? Мы заработали денег, продавая семечки. И это вы факт. Молодцы. И они вместо того, чтобы сказать, окей, мы эти 3 евро не засчитываем, они начали оправдываться, типа, что они правы, что все нормально. Вы получили лайк, вы остаетесь в шоу, все хорошо. Это такая несправедливость, что нам этот лайк так нужен. Мы сейчас тянемся в хвосте, ребята с огромным отрывом впереди, и они сидят и делают вид, что ничего не происходит. Если бы это не решало, то уже ок, ладно. Но если это решает, и реально из-за этого ты можешь просто вылететь, я считаю, ты должна спать. Давайте переиграем. Правила оглашались всем. Потому что у нас больше всех лайков, и всем просто страшно. Знаешь, почему я отдаю? Нет, Толь. Из-за того, что мы сейчас лидируем, все хотят нас с**ть. Все вот против нас. Но это не так. Пускай у них даже 20 лайков будет, но поступили нечестно. Суть не в том, что у вас больше всего лайков, и мы хотим вас задавить. Понятно, нам вообще все равно, у нас иммунитет. Во-первых, давайте обсудим, честно или нечестно. Я реально продавала семечки. Я не говорила, я прекрасная, еще нет, чего-то. Я говорила, я продаю семечки, это очень вкусные семечки. Нет, супер, нам повезло, Тонь. Мы именно благодаря этому выиграли, что мы оказались в этом конкурсе лучше всех. Я вообще не поняла, к чему это было. Ну, это верх наглости, мне кажется. Вы всегда лучше всех, Дань. Да? В этом нет сомнений вообще. Ну, Данилу надо всем доказать, что все а мы классные. Реально, сначала такой дружбан для всех, а потом реально ведешь себя как сволочь, честно, Дань, вот это уже надоело. И обидно, что мы офигенно с ней общались, но лайк я решил именно у них тогда отобрать, когда уходили Богдан с Оксаной. Не обижайтесь, вы приехали первые, получили 2 лайка, то есть одним можно немножечко пожертвовать. Я настолько обозлилась, я настолько возмущена была.
нее это и было показательно, что вот я с ней хорошо, а веду себя якобы как сволочь. Просто быть порядочным человеком — это важнее, чем любые лайки. І ми порядочні люди. Факт залишається фактом. Тоня хоч і з хитрощами, але зібрала найбільше коштів. Отже, лайк йде у її команду. І тепер з результатом у 18 лайків Тоня з Данею виривається ще більше вперед. А до виліту однієї пари з проєкту залишається один день. Тут ты сейчас показываешь твой человеческий фактор, что тебе типа все равно, что ты неправильно поступила. Ребята постоянно обходят правила, они постоянно пытаются их нарушить или делают это намеренно, я не знаю. Кому признала свою изменения? Вину, но я уже ничего не могу что сделать. Что есть то, что ты признаешь вину? Я поступала правильно. Ну, то есть я-то предлагала семечки, и в голове у меня как-то не было этой мысли, что семечки после этого все-таки желательно было бы оставить. Решим все вечером. Все остынут. Мы же решили оставить этот вопрос до вечера, чтобы разобраться вообще, что к чему. Я буду скандалить, я буду кричать, я буду доказывать до последнего свою точку зрения, потому что это вообще был какой-то трэш. Дивіться без перерви на рекламу. Я теперь тоже буду делать не так? Давай выпьем за. Правильно. А как выгодно мне? Разочаровался в человеке. Это нечестно заработанный вам лайк. Диана проворачивала тоже, что и Тоня. Что? Заработала больше всех денег, меня обвиняют в махлевании. Вроде как мы заработали лайк, а я опять недовольна, не могу с этим смириться. В общем, опять виновата. Ненавижу быть виноватой. Что делать, ребята? Мне грустно. Перед вечіркою мандрівнички мають трохи часу, аби прогулятися, видихнути та кожній зі сторін знайти власні аргументи. Адже скоро почнеться справжній розбір польотів. Вечером, ну, первым делом это поднять тему по поводу этого лайка надо. Ведь Диана с Мариной, они так как-то в коалиции против меня. Пожалуйста, у нас коллаборация, Диана поближе. Подписчики, подписчики. Какой коалиции? Просто Марина подлизывает Диане, Денис подлизывает Марине, вот и все. Мне есть о чем с ребятами поговорить. Я одну пачку свою продала дважды, при этом им я дала шанс за другие пачки заработать больше денег. Я же про что и говорю, что это было никакое не жульничество, это чисто, блин, вот человечество. Вот, ну, завтыкала ты, на эмоциях побежала. Я бы без тебя не справилась. Сейчас как коршун. Коршуны. Против нас сейчас все такие. Да, быть лидерами, видишь, тяжело. Против нас ополчились все. Я думаю, вечер будет жаркий, очень, честно говоря. Тим часом Марина та Денис вирішили скористатися квитками від Фабіана та покататися на човні каналами Брюге. На лодочці? Да. Я цілий день смотрела на эту лодочку, мені так хотілося покататися, і ми сіли. Город безумно красивий, красиві здания, там лебеди. Офігезно, вообще. У нас був вообще очень насыщенный день. Мне кажется, что Тоня с Даней ждут вечера, чтобы разобраться по поводу этого лайка и настроены на борьбу. Яна с Олегом тоже очень расстроены и настроены на вечер, чтобы отбивать свой лайк. Мы будем за Диану и Олега. Потому что это справедливо, ну и нам это действительно выгодно. То ось чому ви відстоювали позицію Діани. Кожен тут шукає вигоду для себе. Здесь видят какие-то меркантильные свои интересы. И нам, конечно, в этом коллективе выживать немного сложно, потому что с искренностью и честными отношениями далеко не уедешь. Причем... Ну, Никита, мы сюда тоже не приехали искать дружбу, поэтому... Не, это естественно. Я теперь тоже буду делать не так, как... Давай выпьем за. Правильно. А как выгодно мне. И Никита не будет голослівним. С вовками жить по-вовчому завити. Головна битва за лайк, тобто вечірка мандрівничків, пройде в ресторані, що працює на території тієї самої пивоварні «De Halve Man». Діана з Олегом могли б розказати усім багато цікавого про це місце, але голови забиті жагою помсти. Я вже просто от відсчитував час, коли ж вони підведуть до того, що ми повернемося до челенджу і почнеться цей кипіш. Атмосфера напряження, можливо, і була, але вона мене не касалась, тому що я якось взагалі не... Завязываем этих событий. Чего вы такие грустные, ребята? Мы проиграли сегодня, знаешь, настроение ни к черту. Завтра выгонять будут, а мы тут сегодня потеряли много. Ребята, ну, нам еще больше обидно, потому что у нас забрали лайк.
Олег натякає на те, що Тоня з Даною несправедливо отримали лайк за останній челендж. Нагадую, зараз результати такі. У Тоні та Дані вже 18 лайків. У Марини та Дениса – 13. У Альони та Нікіти – 11. Діана з Олегом мають 10 лайків. Діана з Олегом зараз у лузерах, і для них цей лайк був можливістю зрівнятися з Нікітою та Альоною та надією на те, що вони завтра не покинуть проект. Ребята нарушили правила, і це не їх лайк. Он борется за себя, не за справедливую ситуацию. Если бы Олегу надо было так, чтобы этот лайк достался, допустим, мне, я думаю, Олег бы не вписывался. Мы решили отстаивать свой лайк, потому что это действительно был провал челленджа, это действительно было нечестно. Это у нас сворованный лайк. Ты хочешь сказать, что я пыталась обмануть? Сегодняшний лайк, он не заработанный вами лайк. Он как минимум нечестный. Я считаю обвинения ребят беспочвенными. Тоже можно и Тоню понять. Она не просила просто дать мне денег. Вот семки. Она говорила, купите, пожалуйста, мне семки. Это была Тонина ошибка. Тупизм. На эмоциях провтык. Никак не жульничество, в котором нас все пытались обвинить. Мы тем сказали, ну, я затупил, но все равно типа победил. Нифига, такого не будет. Какая разница, тупанула? Или обманула. Суть от этого не меняется. Но я не верю, что это не специально. И я считаю, что так я имел право тоже делать. Надо было и вам так делать, это ваши проблемы. Тоня подошла к девочкам на монументе. Продав им семечки, они ей дали в руку деньги. Тоня, вместо того, чтобы положить их рядом, взять у меня же в одном шаге вторую пачку, усложнив при этом, в принципе, задачу для всех, потому что она уже продала первую пачку и забрала вторую, она стартует на эмоциях. Я просил. Ржали над их аргументами, потому что они просто были смешны. Понятное дело, они хотят победить, но вот когда так хотят победить, ну это просто тупо низко. Ребята настолько не понимали, о чем мы говорим вообще, и что мы им пытаемся донести, что меня это ужасало. Все равно ради шоу сейчас будет придерживаться того, что у нас все хорошо. Ребят, ради шоу? Ради шоу или не ради шоу, вы же что, свечку держали? Милая моя, подожди, я все это вижу, стой, и читаю, Марин, на твоем лице, Марин, как пожалуйста. Ты ведешь себя за камерами, как ты ведешь Марин. Себя в камеру. Тонь. Слушай. Ты сейчас играешь реально вот такую вот хорошенькую принцесску девочку? Тоня не пытается казаться хорошей. Просто когда она хорошая, когда она хамит. Играют они на камеру или не играют, это их личное дело. Потому что я считаю, например, что они играют меньше, чем вы играете, понимаешь? К примеру, типа, ну что, пфф, вот это, они так не делают, понимаешь? Вот так, пфф. Так это реальные эмоции. Денис артист по своей природе, пиарится, типа. Это наиграно, это неестественно. Коаліція проти Дані і Тоні мала недовге життя. Нікіта раптово переметнувся на сторону лідерів. Я реально в какой-то момент разочаровался в человеке. Как-то даже аж неприятно стало. Вы сейчас не решали проблему, а просто накинулись на ребят, типа. Большинство давит меньшинство. Так можно от любого. Это у кого хочешь, могу забрать лайк. Типа. Вот вы взяли, короче, и вот вашим смехом, как вы мне только что отреагировали, вы типа на них давили. Это было похоже на базар, а не на суд. Пусть меня называют ***, но я буду справедливой. Я считаю, когда мы это обсуждаем, надо конструктивно обсуждать. Сидеть молчать, а потом защищать ребят, которые несправедливо выиграли в конкурсе, для меня это было таким звоночком, что от него можно ждать подставы. Изначально я не хотел поддержать ребят только лишь потому, нет. Что ты понимаешь, что борьба будет, скорее всего, между вами и этим. Мне абсолютно все равно. Ребятам просто выгодно, чтобы там... Ну, Диана с Олегом не получили лайк, потому что они могли бы сравняться уже с ними. Нет, это не так. Мне абсолютно все равно, типа, на этот лайк. Я старался защитить Тоню и Даню только по той простой причине, что ребята переходили на личности. Денис с Мариной все-таки были на нашей стороне, и они нас защищали. Одной из основных причин, почему все ребята на нас так ополчились и сделали прям целую коалицию против нас, это то, что мы лидеры, что у нас больше всего лайков. На нас наезжаете, просто ребята. Это неправильно. Не повышай просто. Ты хочешь параллельно голос. Разговаривать, когда моя просто девочка говорит? Просто я начала говорить первая. Лучше быть справедливой стервой, чем
вот такой вот милой и за спиной всем пакости делать и реально обманывать. Я не специально хотела продать эту пачку два раза, понимаете? Я делала эти ошибки только по своей какой-то наивности и максимализму. То есть я хотела заработать денег, а не именно специально смахлевать. Прости, хорошо, конечно, но за тупость надо платить. Из-за того, что ты затупила, правила от этого не меняются. Мы сейчас тоже будем, извини меня, нарушать правила. Кто говорит, простите, мы затупили. Ну, лайк себе оставляем, конечно. Ну, мы же такие классные. Ну, мы же, простите, затупили. Я же начинаю закипать, потому что аргументы, которые они приводят, это просто жестяк, это просто так глупо. Это вот когда вот люди пытаются оправдаться, и реально ж бесит, потому что ты знаешь, что они не правы. Знаете просто эту ошибку и скажите, что это нечестно заработанный вам лайк. Так это ошибка, но это не есть какой-то фальш, это не есть жульничество. Хорошо. Це ще довго буде продовжуватися? Мушу втрутитися, але попереджаю, ви будете шоковані. Це був додатковий челендж, результати були надзвичайно важливі, адже на кону був один лайк. Голос дозволяє вам самим вирішити ситуацію і можете використати докази. Здається, хтось тут не говорить правди. Я реально не ожидала такого поворота. Это была очень загадочная смс-ка. Это или что-то Тоня скрывает, или, может быть, кто-то еще. Может быть, Никита с Аленой молчат, потому что что-то там тоже было нечисто. Ну, я сразу поняла, кто тут что-то скрывает. Я предполагаю, что Диана проворачивала то же, что и Тоня. Кто-то что-то не договаривает. Просто дрожащими руками мы нажимаем на play и начинаем смотреть видео. Так это что, были не последние? Что? Ну вот. Я просто была в шоке. Это вообще, это просто, ну, голову не налазит. Вже завтра ми дізнаємося, що такого побачили мандрівнички на екрані. Хто з них дійсно бреше? І кому дістанеться такий жаданий лайк останній перед днем, коли одна пара буде змушена покинути шоу назавжди.